Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не выживет. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности. Мнение Болтона явно идет вразрез со вчерашним ультиматумом госсекретаря Помпео. Он, напомню, потребовал, чтобы Россия в течение 60 дней вернулась в рамки соглашения. Реплика Болтона подтверждает мысль Владимира Путина, который накануне прокомментировал заявление госсекретаря. Выход из договора для Вашингтона – дело давно решенное. Ведь разработка новых ракет, попадающих под РСМД, была заложена в бюджете Пентагона до того, как Штаты собрались из соглашения выходить. А сейчас там ищут, на кого переложить ответственность. Страхи европейцев Вашингтон игнорирует.